Торжественная церемония, посвященная открытию нового детского сада, принимает участие глава Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев. Дорогие друзья, дорогие детки, ваше высокое священство, очень приятный день, и мы уже за полгода второй детский сад открываем. Первый у нас был в Тополево, сегодня в Гаровке 2, и в этом году мы только в Хабаровском районе откроем еще 2, в Мирном и Матвеевке, да. И все это продолжение и реализация социальной политики государства по улучшению жизни людей. Кто пойдет в этот сад? Долго ли ждали? Насколько это значимое событие для сегодня, для вашей семьи? Ну, мы ждали очень долго. Очень надеялись на садик, что теплый, большой. Пойдет вот Сонечка. А сколько ей сейчас? 5 лет будет. То есть уже сколько жить? 2 года, да? Да, 3 года. 3 года уже ждете. Okay. А как же вы выкручиваетесь, что делаете? Дома сидите просто? Нет, или... мы в садик ходим. А, в другой ходите? Здесь, в Гаровке, да, ходим в садик. Чем этот садик будет лучше, чем... Большой, теплый, удобный для детишек. Там как бы маленькая квартирка. Не очень удобно, конечно, детишек много. Там постоянно болеют.